Вы смотрите канал «Китай покупай». Привет, друзья! Сегодня я подобрал 15 ништяковых товаров для мужиков с сайта AliExpress. Перед началом не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы первыми смотреть новые интересные видео, которые выходят на моем канале. Если вы все это сделали, тогда мы начинаем. Начинают нашу подборку беспроводные наушники Xiaomi AirDots. Они имеют миниатюрный размер и очень легкий вес. Каждый наушник весит всего 4 грамма. Изогнутая поверхность и небольшой угол наклона звуковода не позволяют наушникам выпадать из ушей и не вызывают усталости даже через несколько часов прослушивания музыки. В этих наушниках нет ни одной кнопки. Они полностью на сенсорном управлении. Одним нажатием на корпус можно остановить воспроизведение музыки или ответить на входящий вызов, а двойным тапом – запустить голосовой ассистент. Благодаря протоколу Bluetooth 5.0, наушники работают на большем расстоянии от телефона, имеют ультранизкий уровень потребления энергии, а также помехоустойчивый сигнал, гарантирующий отличное качество звука. Несмотря на свой миниатюрный размер, наушники AirDots имеют чистый звук, хорошо прорисованный бас, широкий диапазон низких частот и четкую очерченность разных звуковых полос. В каждом наушнике имеется встроенный аккумулятор емкостью 40 мАч. Он позволяет беспрерывно слушать музыку до 4 часов. К тому же, компактная изысканная коробочка для наушников позволяет не только хранить наушники, но еще и заряжать их, благодаря встроенному аккумулятору, емкостью 350 мАч. Этого хватит на 2 полные зарядки наушников. То есть суммарная работа доходит до 12 часов. Когда наушники достают из зарядного чехла, они работают от встроенных аккумуляторов, а при возвращении на место, отключаются и начинают заряжаться. Удобная влагозащищенная сумка-рюкзак через плечо из водоотталкивающей ткани Oxford, с влагозащищенными молниями. Очень практичная и эргономичная, выполнена в минималистическом дизайне. Оснащена мягкой удобной лямкой с возможностью крепления на любую сторону, и дышащим материалом в местах контакта с телом для лучшей вентиляции. Имеет отделение с защитной обивкой для планшета с диагональю до 10,5 дюймов, множество мелких кармашков для бумажника, документов, ручек и других мелочей. Также имеется выход под наушники, USB-порт для зарядки гаджетов на ходу и сетка-карман для бутылки с водой. Есть два варианта расцветки на выбор. Стоимость данного рюкзака в районе $27. Продавец отправляет товар из Китая и Российской Федерации. Данную сумку-рюкзак заказали более 2000 человек. Мультитул из нержавеющей стали от всемирно известной фирмы Ганза. Включает в себя нож, плоскогубцы, ножницы, пилу, открывалку и отвертку со сменными насадками. Всего более 15 инструментов. Также имеется чехол для ношения на ремне. 1500 заказов и рейтинг 4,9. Рекомендую. Поисковый неодимовый магнит. Незаменимая вещь в арсенале кладоискателя. С его помощью можно обыскать дно колодца, пруда или небольшой реки. Достаточно привязать к поисковому магниту прочную веревку или трос и опустить на дно водоема или колодца. Если на дне есть предметы из железа, никеля и других магнитных материалов, то вы легко сможете их достать. Трофеями кладоискателей чаще всего становятся царские монеты, оружие и артефакты времен Великой Отечественной войны, казацкие шашки и даже драгоценности, спрятанные в металлические шкатулки. Несмотря на свою компактность, такой магнит способен удерживать вещи в десятки раз превышающие собственный вес. У данного продавца есть магниты грузоподъемностью от 6 до 110 кг. Цена от 4 до $20 соответственно. Следующий наш товар станет настоящей находкой для любителей активного отдыха, походов и рыбалки. Трехместная автоматическая палатка. Предназначена для размещения 3 взрослых людей. Имеет один вход. Для комфортного пребывания в палатке предусмотрены вентиляционные окна, которые обеспечивают постоянный приток свежего воздуха. Для защиты от насекомых используется москитная сетка. Для быстрого монтажа и устойчивости палатка оснащена усиленным каркасом из фибергласса с автоматическим монтажом. Тент выполнен из качественного полиэстера, дно палатки из ткани Oxford. Все швы проклеены термосваркой. В комплекте к палатке прилагается удобная сумка для транспортировки. Есть 3 цвета на выбор – желтый, синий и зеленый.
Если современный телевизор вам уже кажется маленьким, а вы обожаете смотреть фильмы на большом экране, тогда устройте себе домашний кинотеатр с помощью светодиодного мини-проектора на базе операционной системы Android. Полнофункциональное смарт-меню позволяет устанавливать с Play Market разные приложения и игры, смотреть видео, фотографии и тексты. Синхронизируется со многими гаджетами через Wi-Fi, Bluetooth или USB. Например, со смартфоном, планшетом, телевизором, TV-приставкой, Xbox'ом или PlayStation. Также имеется разъем под флешку. Данный цифровой проектор пригодится не только в домашних условиях. Его еще можно брать на презентации, лекции, встречи, использовать в больших аудиториях. А чтобы было удобнее работать с проектором, подключите к нему мышь и клавиатуру. Тактическая саперная лопата 15 в одном. Незаменимый инструмент для туристов, рыбаков, охотников и автомобилистов. За счет своих компактных размеров и небольшого веса данный комплект очень удобно транспортировать. Рукоять изготовлена из алюминиевого сплава, штык лопаты из твердой нержавейки. Кроме лопаты в комплекте имеются компас, нож, пила, молоток, линейка, отвертки и отверстия для шестигранника. Цена комплекта около 30 долларов. Компактная мультимедийная клавиатура с тачпадом служит для дистанционного управления компьютером, медиаприставками, планшетами и смарт-ТВ. С ней вы сможете просматривать веб-страницы, отправлять электронные письма, вести записи в социальных сетях прямо с телевизора, не вставая с дивана. А светодиодная подсветка кнопок облегчит работу с клавиатурой в темное время суток. Данный товар имеет рейтинг 4,9, хорошие отзывы и 600 заказов. Очень полезный девайс за 13 долларов. Следующий товар идеально подойдет для людей с активной жизненной позицией. Это умные часы в водонепроницаемом корпусе с ярким цветным экраном. Они умеют отслеживать физическую активность, определять сердечный ритм, измерять давление, также принимать звонки и оповещения со смартфона. Еще смарт-часы позволяют слушать музыку, измерять пройденное расстояние, определять качество вашего сна. В общем, обладатель этих часов получит классный современный аксессуар с кучей полезных функций. И все это за 20 долларов. Чего китайцы только не придумают. Вот, например, сделать шариковую ручку с телефоном, к тому же на две сим-карты. Плюс имеется карта памяти на 16 гигабайт. А еще камера на 0,3 мегапикселя, фонарик, диктофон, радио и плеер. Синхронизируется со смартфоном через Bluetooth. Имеется два цвета на выбор, черный и серебристый. Разговаривая по такому телефону, вы точно привернете к себе внимание окружающих. Цена данного девайса в районе 40 долларов. Среди зрителей моего канала наверняка есть рыбаки. Им посвящается следующий товар из нашей подборки. Это самоподсекающая удочка. Каждый рыбак скажет, что одним из важнейших моментов в процессе ловли рыбы является подсечка. Поклевка, как правило, приходит абсолютно неожиданно. Не всегда успеваешь вовремя подсечь рыбу. Данная удочка сделает все за вас. У нее очень чуткий подсекатель. Он срабатывает, как только леска натягивается. Степень натяжки пружины спускового курка можно регулировать. У продавца есть удочки длиной 1,80 м, 2,10, 2,40 и 2,7 метра. Цена – от 12 до 17 долларов. Умный навесной замок с отпечатком пальца. В памяти устройства можно хранить до 10 разных отпечатков. Первые два имеют административные функции. Только с их помощью можно добавлять следующие отпечатки или удалять уже имеющиеся. Идеальное решение в тех случаях, когда замком должны пользоваться несколько человек, причем состав команды часто меняется. Никакой путаницы с ключами. Хозяину достаточно просто добавить отпечаток нового сотрудника, чтобы предоставить ему необходимый доступ. Данным замком можно пристегнуть велосипед, рюкзак, чемодан, закрыть офисный шкаф и так далее. А еще он влагоустойчивый и ударопрочный. Вакуумный штопор позволит легко и аккуратно открыть винную бутылку. Принцип его работы очень прост. Прокалываете пробку, закачиваете штопором воздух, и пробка вылезает практически сама. Корпус штопора выполнен из ударопрочного пластика, игла из нержавейки.
имеет небольшие размеры, 19 на 4 сантиметра. Цена этого нехитрого приспособления $2,5. 1730 заказов и рейтинг 4,8. Лампочка на светодиодах со встроенным Bluetooth-динамиком. Может менять цвет свечения с помощью пульта управления. Также к ней можно подключить любое устройство через Bluetooth и воспроизводить музыку. Например, с телефона, ноутбука или планшета. Просто вкрутите лампочку в стандартный цоколь и наслаждайтесь приятной музыкой и различными типами свечения. Очень оригинальный подарок и просто прикольная и полезная штука. И завершает нашу подборку электрический подводный буксировщик. Он предназначен для буксирования аквалангистов, ныряльщиков в морях и пресных водоемах. Буксировщик имеет нулевую плавучесть, поэтому может успешно эксплуатироваться как под водой, так и в надводном положении. На борту этой техники расположен мотор мощностью 300 Вт. Он развивает максимальную скорость, 6 км в час. Время работы буксировщика от одной зарядки аккумуляторов около 1,5 часа. Максимальная глубина погружения – 30 метров. Управление скоростью осуществляется при помощи рычага акселератора. Друзья, если вам понравился какой-либо товар из этой подборки, жмите лайк. А заказать любую из этих штук вы можете по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал Китай Покупай. До встречи в следующем видео.